Привет, друзья! Сегодня у нас 21 декабря. На улице минус 10. Зимы нету. Я в отчаянии. Дохнет город Саяногорск. Вот. До конца не могут уснуть деревья. Вот. Неделю назад был даже... Нет, две недели назад был даже дождь. Вот. Климат меняется. А где-то минус 45, кто-то звонил. А, так, ну это Север Красноярского края. Это уже не Садовая Сибирь. Вот. Я вот этой фотографией хочу вас заинтриговать. Будем говорить о сроках созревания и прочее. Вот. Свободная тема. Я больше не могу подбирать фотографии. Я устаю, устают глаза, потом ничего не вижу. Поэтому включил, а потом буду сейчас на ходу лихорадочно собрать, что вам рассказать. Итак, оно само все получится. Значит, чтобы на девушку не заглядывались, это Елена Александровна Савинич, моя ученица, она же будущий академик. У меня девушки я не встречал. Вот, наверное, единственная, почти единственная в стране, кто на стороне наших любителей и не станет калечить деревья. Только потому, что это общепринято. Вот. Она будет думать, а не это, не выполнять чужую роль, чужую. Вот так, чтобы на девушку не заглядывали, смотрите на эти абрикосы, я вас просто интригую. Давайте с самого начала. Вот. Вот это фото абрикоса 21 год. Урожай был слабый, особо хвастаться нечем. Зато, когда нет урожая, вот этому дереву, второй год, так, но еще рано, но бывало зацветают и однолетки. Вот, это не зацвело, зато дает вот такие приросты. Вот такие приросты, это линейка, это и есть прирост отсюда вот до сюда. Значит, что хочу сказать, почему такие приросты абрикосов, ну уже понятно. Не заплодоносили, еще раз говорю, у меня плодоносит не однолетки, нет, на второй год уже часто плодоносит, и у меня таких фотографий десятки, если не сотни. Я просто хочу подчеркнуть, это привитый абрикос, этому способствует полная, практически стопроцентная биологическая совместимость, смеяться будете с дикарями, то есть подвоем служит маньчжурский абрикос или сыновья маньчжурского абрикоса. Ну, в данном случае подвой – это второе поколение абрикосов, которые называют сыновья. Они чуть-чуть оккультурены, потому что у них и по соседству абрикосы с крупными плодами, даже с огромными плодами, влияние пыльцы, даже которая не привела к зачатию, огромно, хотя наука это отрицает. Вот, в результате потом биологическая совместимость еще лучше, и вот результат. Это еще не самый мощный, не самый рослый, еще раз говорю, первый попавшийся, слезятся глаза. Вот, все время вот, гордо говорю, не дождетесь, а само сердце сжимается от страха, сколько мне осталось, чтобы поведать людям о таких чудесах. Итак, биологическая совместимость – один из факторов. Иметь крупные или даже огромные плоды абрикосов. Вот. Второй фактор, сами знаете, негниющая корневая шейка. Это в стране встречается крайне редко. До сих пор посадка в углубление, до сих пор заглубление корневой шейки. И самое страшное, заглубление семян. Основание штамба оказывается под землей. Наука до сих пор этого не знает. Я имею в виду науку в лице лучших ее распространителей, которые не просто что-то выращивают и губят даже свои сады научные, но и распространяют эту страшную вещь, что 5, 6, 7, есть даже публикации современного гения, 10 сантиметров заглубления. Так фамилии не называю, уже неудобно, не все на этом свете. Вот это все, что способствует их росту. Но мороза не боятся в последнюю очередь. Просто всегда, когда при минус 30 погибали слабенькие, искалеченные людьми, учеными людьми,
искалеченные абрикосы, при минус 30, они определили абрикосы, могут плодоносить или там хотя бы жить, пусть без плодов, до 30 градусов. Страшнейшая ошибка. Это, говорю, я вам сибиряк. У меня есть, это, как она называется, таблица, сравнение климат Челябинска, Красноярска, Новосибирска, еще там один-два города, и Саяногорска, и в частности мой район, где еще пригород Саяногорска, нет, Шушинский район. Вот такие дела, поэтому я не болтун, таблица есть, мне ее прислал Курдюмов, но его, я же не могу каждый раз показываться, потому что тогда будет опять повторить сотни фильмов. Поэтому поверьте на слово, еще раз посмотрим. Нет, не на девушку полюбуемся, хотя, конечно, девушка очаровательна. Давайте полюбуемся на... Нет, не на ее фигуру, нет, нет. Вот так. Значит, про него скоро будут рассказывать легенды. Есть три фильма. Первый снят был в 16 году, где хозяева признались в открытую. То есть видно, что это не постановочные кадры. Они не знали, что через минуту я начну делать фильм. И рассказали о моих абрикосах, в частности, Серафиме. Рядом с Серафимом рос Королевский. У них опять плоды крупнее моих оказались. Били себя в грудь и утверждали, что плоды размером с теннисные мячи. Не пинг-понговские вот эти, а большого тенниса. Вот, и, видимо, что-то случилось с Серафимом, укрупнились плоды в два раза, а может быть и в три. Вот, это версия, которая опять ненаучная. Но мне бы сказали, Валерий Константинович, на рынке купили эти абрикосы. Кстати, видите, какие они грязные? Я еще вам покажу, почему. Вот. Это Сизая, это не мой сад, но... Саженец был мой. Доказательство в трех фильмах. Это все за... И не просто это записано там, типа постановочный фильм. Это за... документ задокументировано. Вот. Значит, это моя совесть. Человек из науки. Академия Красноярская. Не могу запомнить. Помню, что имени Решетникова. Когда-то два огромных вуза слились в один. И получилась Академия имени Решетникова. Вот и яркий представитель, лучшая из лучших студентка была. Вот уже сейчас сотни публикаций, невероятно. Сейчас пишем вместе. Этакий сплав науки и любительского садоводства. Вот, вот это же абрикос, вот, в разной поре. Обратите внимание на даты. Середина августа, когда абрикосов нет, это последний, единственный абрикос в предпоследний, таких всего два на всю Хакасию и юг Красноярского края. Вот. Который в середине августа еще созревает. Видите, еще созревает. Вот. А потом получаются вот эти шедевры. Почему грязные? Ну, я же не могу, хотя это и мои абрикосы. Я их научил не делать ямы. Я научил не резать их. Они отрезали, только ветки сухие. Абрикосы за 20 лет, вот эти, которые остались из 5-3, пережили. Ну, а почему всего 3? Потому что стройка, между ними умудрились дом, большой дом построить. Угробили парочку. Ну, бывает. Не хотели, но бывает. И получилось... А еще газончики. Не газончики, а эти, знаете, цветочки, а между ними еще протяпана земля. Вот. Я, это, значит, одно из, ну, я отвлекаюсь, но по делу. Одна из причин, почему заставляют отрезать нижние скелетные ветки. Ой, такие серьезные доводы, я дурею, когда там это, фильм, и там... Лектор, тоже очаровательная девушка, говорит, мы отрезаем нижние ветки, у мужа спина болит, чтобы он не нагибался. И это идиотизм годится, чтобы нарядные были. Вот такой пример приводят, так. Вот, чтобы посадить под ним цветочки, надо до них дотянуться. Опять черная земля.
А потом, ну, это есть вообще целое направление в агротехнике. Это все должно быть ни одной травинки под деревом. Вот, ни одной травинки, чтобы постоянно перекапывать и потом это, как называется, уже постоянно ее рыхлить, да, рыхлить. Вот это страшная вещь, я считаю. А потом, на полном серьезе, считаю, что все миллионы садов перекопаны. Это дверь, конечно. Говорят, нет, надо поднять штамп повыше, то есть искалечить его. Чтобы ветки земли не касались, они будут портиться. Я хожу по своему саду задерненному, лежат ветки от урожая, ну что делать, прямо на земле. И вы знаете, ни одного испорченного. Это вот все, что я сейчас сказал, меня навеяло вот эти вот грязные, прекрасные абрикосы. Ничего страшного с ними не случилось, потому что мы их используем на косточке. Вот. Ну, немножко агротехники. Вот это вот ближний план, видите, вот это дальний план. Я не виноват. И редкий случай. Я не стесняюсь учиться. Я все впитываю как губка. Из 100 агроприемов, нет, 100 много. Из 50 агроприемов, допустим, 45 это придумал я. Серьезно говорю, казалось бы, что ж там еще придумать-то можно, когда сотни лет занимаюсь этим. Да можно. Это отрицание всего, что происходит, все, что навыдумывали люди, только ради этих самых. Раньше ради гонораров книги печатали, статьи. Я печатал, я гонорары получал. А сейчас ради этих самых лайков, фейков, блядь, извините, уже матерюсь. И распространяет в гигантских количествах все это нагромождение лжи, что это самое, что тем же абрикосам не нужны ветки. Вот просто не нужны, они лишние. Вот придумать такое совершенное создание, и вдруг у них лишние ветки. А еще что это самое, искалеченное дерево будет здоровее, дольше проживет. Так и пишут. Только не пишут искалеченно, пишут обрезанными ветками. Дольше будет жить, будет здоровее. Идиоты на полном серьезе это утверждают, причем и в изданиях, и в этих свободном полете в Ютубе и в Яндексе. Представляете, в свободном полете. То есть мерят, что хотят, а у них просмотров-то нет, нет, не тысячи, нет, тысячи это много, десятки, сотни тысяч. Вот, миллионы какой-то Полипкиной, которая не вырастила ни одного абрикоса, зато научила, как их калечить деревья. Вначале калечить, отрезая, загущая, подрезая ветки, а потом калечить, отрезая эти же ветки. Фу, не могу. Но я отвлекся, почему? Хотите иметь такие косточки? Хотите вот эти все косточки посадить? Ну, сколько их тут? Я еще не считал, несколько сотен. Это несколько сотен саженцев, которые могут вас накормить, если вы не будете дурью маяться. Вот. Заглубили. Вот. Так и сгнивают, если заглублены. А вот этот конкретный прием, чем он хорош? Он хорош тем, что то, чего у меня, я говорю, хоть несколько советов со стороны. Один из них такой, кто-то сказал, а сушить надо. Я сушил где? Ну, где придется. А тут конкретно. На солнце они должны быть здоровее. Я взял и поверил, не проверяя. И теперь вот на улице вот этот бетон, бетонная дорожка, прямо на бетонной дорожке постелил и высушил. Вот так вот, век живи, век учись. Вот так. Вот это вот черный абрикос. Почему я показываю? Редкость необычайная. Редкая редкость такая. Вот. Значит, черенки продаю, но как-то они лежат, как-то человека два по черенку заказал, я в шоке, я не ожидал такого. Вот, они хороши, у них своеобразный вкус, и не алыча, это гибрид. Черный абрикос, это гибрид абрикоса с черной алычой. Получилось нечто такое. Каждым годом, каждым поколением светлеет. Влияние подвоя абрикоса, он же должен быть на что-то привит. А на абрикосах, вот видите, здоровенные деревья. Вот. Ну и вот он свежий снимок. Это как сравнение. У меня в руках королевские абрикосы. Вот. А он растет тут же, в 3 метрах отсюда. Вот. И специальный вот такой снимок сделал. Сейчас, вот он 21-й год. Вот. Время, засекайте время. Вот. Август.
август. Вот. Вот эти абрикосы, вот это бай, они такие, ну как бы вам сказать, такие. Они довольно середнячки. Вот. Бай, перевезенные мною в Калининградскую область, привитые на сливу у моей знакомой Людмилы Александровой, Людмилы под Калининградом, дали плоды, невиданные 130 грамм. Она меня заткнула, своего учителя, за пояс. Я сказал, все, Люда, бери меня в ученики, потому что это была моя мечта, но она сбылась не в моем саду. Бай, вот он такой есть, ну это 50 грамм, 60. Увеличился у него в два раза. Почему прививка на сливу? Вы скажете, ну и что? А вот то. Прививка абрикоса на сливу, это наглость, это незаконно рожденная, как бы сказать, незаконно рожденные получились плоды, вот, сказать, что вот они, это, ну, много называют причин, вот сейчас я, наверное, их даже назову, сейчас, вы знаете, их столько, что я их запомнить не могу, вы поверите, почковые вариации, ментор, споры получаются, химеры получаются. Но химеры долго не живут, посмотрим, сколько в Калининграде проживут огромные плоды. Фотографии есть, но в другом месте. Вот. Гибридизация сеянцевая, гибридизация вегетативная, мутация, атавизм. Вот. То, что атавизм последний, это мое утверждение. Но не могли просто так до огромных пределов с помощью этого. В общем, это память предков, которую удалось вытащить наружу. Точка, пойдем дальше. Пока вы меня еще у виска не крутите. Пока вы не крутите этими пальцами у своего или у моего виска. Вот. Ну, что я скажу? Это дикари из этого самого, из Чехотайлини. Это сравнение, понимаете, вот на это прививаю, вот на маленький, видите, вот косточка выросла, а получаются вот такие плоды, и вот такой же, так как специально, вот на одном дереве у меня есть ветки и ниже прививки, я их не стал отрезать, и выше прививки, ну и вот такой коллаж вот вам изобразил, вот, еще, что-то написано, бай он и есть, бай, ну, или еще раз увидели, да. Пойдем дальше. Вот. Вы думаете, это фаина, вот оно мертвое дерево. Нет, эти уже упали с этого, с подвоя. То есть увеличили сильно плоды на подвойном, это сын манжурца. Вот. Опять это самое. Я в таких случаях, шутя говорю, хохот в академическом зале. Вот такие вещи, они должны встречать хохотом. Мол, что ты железов, совсем охерел. Вот. Когда я начинал свою деятельность, 30 лет назад я получил первые плоды. И сразу огромные, крупные. У меня есть старые фотографии, сделанные еще, помните, фотоаппараты, их мыльницами называли. Маленькие, такие, плоские. И вот тогда еще сразу получились крупные, а мне говорили, на рынке покупаешь у черных. Так и говорили. Ну, действительно, могу же с рынка принести и сюда положить. Только у меня сотни свидетелей. Вот. Но это без комментариев. Главное, смотрите на дату. 5 августа. Вот. Вот это дерево. Ну, тут не спутать. Это дерево, которое называется Жордель. Его знает уже на тысячи людей. Потому что оно такое проразное, является одним из рекордсменов, 23 ведра. Но это не в этот год. А в этот год получилось так, что, еще раз говорю, увеличились сыновья Амура, но те, которые были привиты, и несколько уменьшились плоды культурные. Дата 29 июля. То есть вы уже поняли, все, что переходит в август, это уже поздние сорта. Ну-ка, здесь 31-е. Середина августа – это поздние сорта, которые позже зацветают, и у них огромные шансы
У меня сейчас таких сортов два. Поздний Филиппева. Так. И поздний вот этот, что вы видели, девушку с огромными плодами. Вот. И поздний Серафим, я его назвал Супер Серафим Железова. Точнее, не еще длиннее. Супер Серафим, в скобках Клод Железова. Ну, то есть девушка, помните, да? Ну, это ничего примечательного. Вот, я почему вот так вот, видите, плодики, ну, для кого, для Москвы, для Академии это шедевр. А вот это, обратите внимание, сделано не ради вот того, чтобы похвастаться, чем тут хвастаться, грамм 30. А вот посмотрите на листья какие, вот здесь посмотрите, так. Потом еще покажу другие листья. Ну, это уже 5 августа, только ради этого. Еще не позднее, но уже все-таки, это же Красный хутор. Это ботинки, я говорил, Елена Александровна Савинич, это моя ученица, та с плодами с огромными, это ее брат, это его ботинки, а вот это его рука. Вот. Показываю только ради вот этой даты. Вот. Что уже переходят на. Уже еще не позднее, но уже не ранее. Вот так скажем. Это то же самое. 5 августа. 5 августа. 5 августа. Абрикос Фаина, вот. И мне это, абрикос, видите, написано, Бородича. Я случайно на него наткнулся, так, случайно. Я его, это не с моего сада, а Фаина с моего сада. Ну, во-первых, можете сравнить. Во-вторых, это уникум, уникальный человек без рук, вот его, это уникальная вещь. Вот, я с них умудрился взять косточки и уже всем раздать. Я памятью не торгую Бородича, моего друга гениального, не торгую памятью. Я эти косточки раздал. Вот. Он был сторонником посадки косточками. Но рук нету. Ему он привал. Ну как, ему, у него был помощник, он привал. Но так как все-таки он был ограничен в возможностях, он и их садил. Я подумал, пусть у кого-то повторится вот это вот. Пусть у кого-то повторится. Вот. Ну, еще 5 августа. А, вот, видите. Видите, самые мелкие абрикосы, да. Сыновья Манжурца, они лучше самого. И некоторые, я вам показывал, становятся шедеврами. Вот. Особенно, если дерево на дерево выше привито роскошные крупноплодные абрикосы, и тогда и низ становится благороднее. А здесь я вам специально показываю. И лист-то благородный, а косточки, то есть плоды-то не стали такими. Ну вот так что, как видите, вот, не все коту масленица. Вот. 15 августа. Вот это вот абрикос. Ну, не лучший снимок. Я говорю, я не подбираю, потому что у меня зрение садится. Потому что есть и в два раза крупнее. Но это, обратите на дату, 15 августа. Это поздний Филиппева. Вот такой вот он. Так, ну вот это все закончилось. Так, 21 год. Вот он. 21 год. Сейчас камера остановится сама через 5 минут. Что вам еще показать? Что вам еще показали? Господи, займитесь по-настоящему детьми. Я еще такие фильмы сниму. Вот. Это просто как бы в довесок к тому, чтобы сильно скучная тема абрикоса. Подумаешь, абрикосы. Сало как сало, человек пробует. Вот. Видите? Вот. Здоровье, 71 год. В это время случилось. Через неделю мне будет 71, 2 августа, да? Я полез в Енисей, и если вы думаете, что он теплый, он ниже ГЭС, ну, где-то градусов 7-8 температура. Вот. А чтобы не утонуть, чтобы не унесло, мой внук держит меня за веревку. Рекомендую старикам так же делать. Видели? Вот. Вот это и есть настоящая это школа. Школа жизни. Вот так вот. Эта девочка танцует. Вот. Ездит по всяким конкурсам. Ну, что делать? Каждому своя судьба. Кому хвостом вертеть, а кому сад выращивать. Вот этому парню.
Так, ну ладно, что бы еще такого. Может, я пролистываю, может, что-то вам покажу. Вот видите, вот это и есть задернение. Оно такое, что когда косили одну траву, а после покоса, когда одна трава угнетается, вылазит уже совсем другая. Вот эта трава первый раз такая вылезла. Ничего, сад задернен, трава остается на месте, и отсюда и изобилие плодов, которые вы видели, еще увидите. Питомник Железова, младшего сына. Питомник, он называется у меня, раз еще есть пару минут, скажу. Питомник называется кочующий. Отсюда, видите, уже все, уже больше не тяпаем. Все, вот эти последние саженцы, которые слева и которые на дальнем плане будут проданы. А эти переростки, они остаются навсегда и становятся маточным садом. Посмотрите, сколько черенков. Слюнки не текут, друзья, привальщики. Вот. То есть он уже плодоносит прямо в питомнике. А когда приезжают к Сергею и ко мне садоводы, вот, вот оно раннее плодоношение, не надо никаких хитростей, не надо калечить дерево ради этого, не надо гнуть ветки, не надо ничего. Вот. На третий год они уже вот такие вот. Это и есть маточный сад, который выдавливает отсюда. Вон на дальнем плане еще, вон они еще растят, но уже выдавливается слева там прикупленный участок вот, за 500 000. И туда постепенно, плавно перетекает питомник. А эти деревья становятся гордостью моей, потому что они выращены на, догадались, на месте. Интересно, видите, пень вот этот. Сергей боролся с этим деревом. Боролся, он ее спилил. Это был самый сладкий из маджорцев. Вот. Я не стал с ним спорить, ему некуда садить было саженцы. Саженцы нужно садить, чтобы кормить семью. Вот. Жалко было, ну, так как у меня их там 20 таких. Вот, ну, черт с ним, пили. Ну, вот спили его, сейчас я хихикаю, видите. Вот. Это самое, не фундук, а лещина. Мелкие косточки, ну, кушать-то можно. Только больше возни, но зато в Сибири, зато прекрасные урожайные. Косточки я продаю. Извините, что отвлекся, на куплю-продажу, но жизнь продолжается, детей, внуков надо кормить, других доходов нет. Вот. Еще минутка. Муравейник. Это святое. Если мне говорят, погибнет это дерево. У меня таких фотографий уже 2-3. Муравейники лезут, растут, и строятся, правильное название, строятся, где хотят. Вот. Наоборот, не подхожу, наоборот. Вот ни одно дерево, вот видите, под абрикосом. Бывает, вот прям захватывает это. Ни одно дерево не погибло. Но если бы и погибали, я бы сказал, погибай к черту абрикос. Но муравейник это святое. Как-то не странно звучит. Это я просто уже от скуки. Уже от скуки, 27-е. А вот это вот еще у меня выявился поздний абрикос. Название не знаю, бирка потеряна. Вот. Действительно поздний, потому что он еще только собирается созревать. Вот он, вот, вот. Вот он. И еще я хочу сказать, что вот эти вот, еще успею. Ну так, подвернулась фотография, и пусть, польза есть. Вот когда вы получаете от меня вот так вот, уже стрессированные семена в песке, все равно срочно их было, срочно было доставать. Кто получает, перепаковывать большое количество сырого песка. Вот эти у меня не были куплены, так? Вот. И они у меня пролежали, заметьте, все лето. То есть должны были куплены быть самые поздние в марте. Вот прошел апрель, май, июнь, июль. Апрель, 4 месяца накидываем. И получается, что, во-первых, я не халтурщик, они живые. Ой, сейчас закончится. Все. Короче, ваша задача вовремя купить, вовремя заказать. Все, друзья, сейчас сама остановится.
До следующей встречи. 1000 или 2000 какой-то фильм перед вами. Надеюсь,